Фастарс. Все в твоих руках. Здесь именно ты указываешь шанс выигрыша. Играть просто. Делаешь любую ставку от 1 рубля и выбираешь шанс на победу. Чем меньше шанс, тем больше выигрыш. Нажимаешь «Играть». Ползунок остановился на зеленой полосе. Ты выиграл. Деньги мгновенно можно вывести на Киви, Яндекс.Деньги или банковскую карту. Ля какая. Тупо пилот рыли. Шо? Twitch Airlines отправляется на дно, пацаны. Сейчас поедем. От винта. Хоть фу, блядь. Ебать. Ой, как у меня устала рука, чат, вы мне передайте. Я не испугалась. Не-не-не, надо что-то более драйвовое. Вы серьезно? Страшно? Это вот это. Демариба, блядь. Кто это? А чё за челы? Чё за челы? Айтипедия рейдит, Шевцов. Ты чат читаешь? Читаю. Кто рейдит меня? Зачем? Тендри, поиграешь в мафию? Не, бро, давай попозже. Я как-то не очень, я в этом слаба. Что Шевцов? Где Шевцов? Покажите. Не вижу. Не вижу Шевцова. Привет, Юзлес. Хуй, член, пизда, говно, жопа, огонь. Вода, земля, воздух. Блять, это аватар. Взгляни вокруг, оглянись назад. Все. А это что? Бля, он все, голова кружится. Да ебливые палки. Ой, сейчас трюк будет, трюк пиздец просто, ребят. Смотрите, поехал. Не докрутился, да? Вау! Ребят, диктор у нас трюкач. Кстати, я видела диктора в жизни, он ходит со своими камерами там. Мы, короче, сидели в стримерской, а я там без маски сидела. То есть там были все свои, там, Зло, Иксайл и прочие челики с Ютуба. Мы, короче, сидели... Хрю-хрю-хрю. Спасибо большое, Макс! Спасибо тебе огромное! Спасибо большое, 8... Пиздец, 8к! Спасибо огромное, бро! Спасибо, правда, я очень благодарна. Сейчас, да расскажу, стой, подожди. И, короче, мы сидим в стримерской, диктор заходит со своей камеры. Я попросила, короче, всех камеры убрать. Он заходит со своей камеры такой, типа, ля, ебать, такой. Ну, короче, я просто как бы убиралась от его объектива. Спасибо еще раз большое, Максим Петренто. Спасибо, бро, спасибо. Кто пещерный человек? Кто? Ха, получилось. Это, знаете, счастливый Хесус, удачи Хесуса в одном видео. Хрю-хрю-хрю. Спасибо большое, Руслан, очень приятно. Добро пожаловать. Ну это Хесус, ладно. В этом же и смысл, настолько хуйня, что должно быть смешно. Ты сейчас про вот это, что ли? Я не понял. А, ты про мемы. Я не понимаю его приколов. Получается, что мои стримы... смешные. У него такие сложные приколы. Бля, о, читбан сыграет в Fortnite? Ну, примерно где-то годика 3-4 ему. Я не знал, что в Fortnite играет. Сори. Бля, пиздец, вот это, конечно, карма. Только вы можете снять просто... мошенников. Это просто, да, это как бы... Ну, это мемно. Это спасибо большое, скоро придет с работы. Пиздец. Очень хороший ребенок. У нее очень хороший ребенок. Я вам говорю, человек, как человек, который был у нее дома и который общался с ее детем. Прекрасное дитё, честно, ребят. Вот. Ализа хорошая мама, и у нее хорошая дочь. Что? Ты что сказала сейчас? Или мне послышалось? А что она сказала? Сейчас. Блин, а что она сказала? Что? Привет. Привет, привет. Что? Что она сказала? Что она сказала? Или мне послышалось? Тебе послышалось. Понятно. Привет.
А, она сказала пиздец? Серьезно? У меня была главная ошибка, чуваки. Когда я пошел в ванну тарабанить свой писюн, короче, у меня произошла такая тема, что я... ну, начал гелем для душа это делать. Поначалу все было нормально. Я так раз-два сделал, а на третий день... У меня хуй коркой какой-то покрылся, блядь. Хочу нюхать попу чату, бабу. Я почувствовал себя мандарином, блядь, понимаешь? Ну, типа, вроде как бы и помыл. До сих пор не, я так не делаю. Блять, неожиданно концовка сейчас будет пиздец просто. Не говорите, что я не предупреждала. Ебать, это мемно, кстати, очень. Смеяться, даже когда не смешно. Чья ты девочка? Чья ты девочка? Чья ты девочка? Чему Лиза учит свою дочь? Это я только что говорила, что Лиза хорошая мать. Все, Кай, смотри, смотри, какая желтая пачка. Видишь, какая она желтая? Прикольно, да? Ты сейчас выйдешь, Катя. Ты сейчас выйдешь. М. Что, блядь, какого хуя я тут делаю? Нормальная ситуация. Нормальная ситуация, парни, блядь. Я когда зашла, я увидела, что он в трусах и чуть не умерла. Я сидел чисто после коттеджа в дотку зашел поиграть. Обнимашки? Быстрее? Ну я выключил. Так мило. Пиздолень, Таня. Так мило. Бля, если я встану, ебаться надо будет. Все, тебе пизда. Чат, ББ. Привет! Привет! А ну и пошли нахуй. Спасибо, Тоша, спасибо. Обычно за что бан? Смотри. Настя, смотри! Смотри, что плывет, какая-то херня. Шо это где? Такое, чёт? Где? Я не вижу. Подожди, ещё я палку возьму. Смотри, что это? Это рыба. Кто это? О, что это реально? Это какой-то доисторический жук-рыба. Он... Ой, что это такое? Так, ребят. Что это? Blaster NG, просто тут ничего от меня не зависит. Лягушка? Это лягушка, головастик, тритон, плавунец? Вы что, ёбнутые? Это кто это по итогу? Плавунец? Кто такие плавунцы? Плавунец? В натуре плавунец? А, плавунец! Это плавунец! Да, выглядит как плавунец. А это не плавунец. Ладно, плавунец, жук-плавунец. Ебун какой-то, короче. Угу. Да почему мне не стреляют это дерьмо? Десятый, давай на свиданку сходим, это вообще нереально. Чего-чего? Еще раз. А что? Не слышал. Повтори, пожалуйста. Я тебя попросила повторить, я тебя не услышала. Да что, ты просишь меня повторить, если я попросил тебя повторить? Ты ненормально? Это пиздец. Щеня корм для кошек.
Я куплю ему такой же, блядь, и окну головой. Какой-то, блядь, говядина. Бля, вкусная, моё любимое, пиздец. Говядина. Я, значит, блядь, свинину ем, а оно, блядь, говядину. Фу, свинина! Пахнет, ну, вообще, кстати, запаха нет. Чуть-чуть, как китикет. Не знаю, в принципе, ну, пахнет, спасибо, знаете... Спасибо большое, обычная беду, обычная тушёнка, кстати, вообще ничем не отличается. Спасибо, беду, я... Бедю, дюд. Спасибо. На вкус пресная, пиздец, блядь. Ммм, свинина! Блядь, может, блядь, легко пойдёт. Инстаграм. Тебе могут начать писать красивые, стройные молодые парни. Не надо стройные, не люблю дрищей. Пишите. А, у него девушка есть, то есть они же обнимались. Стройные дрищи — это одно и то же. А, он женат? А сколько ему лет? А ну расскажите. Не, ну а что это стройно? Мне нужен такой, чтобы вот я как за ним была, как за каменной стеной. Перезаписываем. Тебе могут начать писать парни с животиками? Нет, нет, тоже не. Ты, блядь, вообще пизданутая, что ли? Ты определись нахуй, что ты хочешь, блядь, в своей жизни, блядь. Так сколько? Почему вы пишете 54? Я не верю. Я не верю, ему не может быть 54. Батимейкер. Батимейкер. Шейкер, шейкер. Кто не танцует, тот лох. Я заебалась, можно быстрее? А, блядь! Хрю-хрю-хрю. Ой. Спасибо большое, Максим! 9К! Спасибо тебе огромное, Максим. Спасибо большое за донатик такой крупный.